every second I know you feel the beat. Девчоночки мои дорогие, всем огромный-огромный привет. Начинаю свой новый влог. Софийку уже в лицей отвезла, Егор еще дрыхнет, скоро буду его будить. Сейчас попробую вас поправить, не знаю, но будет на видео видно, что ну, вот неровности эти. Сейчас воспользовалась своей лампой. Мне кажется, свет видно, что как изменился, да, освещение. Сейчас сделаю патчи под глаза и буду делать маску, потому что пока есть время, надо за собой поухаживать, потому что вчера этого не происходило, девчонки. Ну, сегодня день обещает быть супер насыщенно сложным, поэтому надо как-то порадовать свою кожу. Вот прозрачные патчи, чем плохи, тем, что их не видно. Положила, я даже не вижу, где. Ну ладно, потом по ходу дела попробую поправить, девчонки. А так, вижу, здесь вот сюда надо. Только по ощущениям можно определить, что как-то где-то что-то не так легло. Смотрите, от G-Code буду делать я маску. Эти маски присылала мне Люда. Огромнейшее спасибо, я обожаю эти маски. И, наверное, она брала вот такую серию, они продаются... На Wellberries я видела, прям упаковка, ну, из разных состоят масочек разного вида. Вот это будет с лимоном, да, я так поняла, ну, витаминная написана эта маска. Сейчас просто зачитаю, что она тут делает. Тканевая маска с витамином возвращает коже сияние, здоровый вид, разглаживает морщины, нормализует водный баланс, то, что нужно. Прекрасно увлажняет и питает кожу, делает ее гладкой, сияющей. Витаминный заряд освежает кожу, заряжает ее жизненной энергией. Кожа становится более гладкой, мягкой и нежной. Так, содержит компоненты. Гиалуроновая кислота, бетаин, экстракты икры, витамин Е, экстракт граната, экстракт инжира, экстракт красного женьшеня. Вот так вот. Так, что у нас здесь? 15-20 минут, остатки смывать не надо. Вот так вот. Все, девчонки, погнали. Девчоночки, уже сделала, налепила котлеток. Тут чуть-чуть фарша осталось. Уберу на следующий раз. Не хочу, чтобы свежие были, потому что тут лежат они. Хотя, может, они будут лежать. Они от раза в раз по-разному едят. Когда разом все это сметут, когда оно лежит день, потом на второй день переходит. И макароны для Егора. Так что сейчас убегает это все у меня в духовку. Смешанный фарш. И вот, как я люблю... Беру развесной, который сами делают в магните. Панировочные сухари, вернее, которые делают. Вот, мне не нравится. У них ни привкуса нет такого мерзопакостного. Котлетки сок свой сохраняют внутри, поэтому я их вот так и всегда запекаю в духовке. Хотя муж меня неоднократно просит на сковородке, чтобы я пожарила. Нет, это для того так вредно. И там даже в духовке выделяется столько этого жира, что если это жарить еще и на сковородке, это вообще ужас. Все, сейчас это убираю и иду уже Егора буду будить. Ну что вы думаете, я же его не убрала. Пакетик положила, его настолько мало осталось. Думаю, что его хранить? Вот этот ряд оставила только. Ну все, долепила, девчонки, один, правда, маленький такой. Долепила, короче говоря, у меня весь противень полный получился. Пока он мне там постоял одну минутку доставать, а он уже горячий. Так что с прихваткой сейчас его закинем туда. Ну, как всегда, это вот с килограмма. Получился такой противень. Все, пойдем Егора будить, потому что буду здесь этот хаос убирать. Я запустила у Софийки пылесос, потому что она здесь, ну, когда собирается, расчесывается, тут всегда куча волос бродит. И акула икеевская. Ты ей поклонник подарил. Такая мягкая, такая интересная. Хорошая. Ну, по-моему, она не дешевая, смотрела. И вот, наконец-то, я же забрала Соню на свидетельство. Сейчас мы посмотрим по оценкам его. Значит, здесь получается у нас... что? Так. София Савровна, живопись. Наименование программы у нас было «Живопись». Училась 5 лет. Вот в такой организации, детская школа искусств номер 1. И вот наши оценки. Рисунок 4, живопись 4, композиция 5, история изобразительного искусства 5, пленэр 4, скульптура. Почему-то 4, мы удивились. Она так хорошо лепит, странно, непонятно. Поставили 4.
композиция 5, история изобретения искусства 5. Вот стоит. Да, по художке мы не отличники, диплом у нас не красный. Ну, хотя бы так, уже последний год это было какое-то мучение. Тут учить столько надо, и рисовать столько надо. Ладно, пусть он работает. Мы с Егоркой написали сочинение. Сочинение было у них на тему, как ко мне относятся мои вещи в доме, что-то такое. Ну, вот написали про мебель. Он тут сочинял, я ему 5 предложений обрабатывала. Ну, вроде как-то ничего, так получилось смешно. Шкаф у нас получилось, нас не любит, потому что мы все время в него бьемся потом, но кровать любит. Ну, в общем, если что, девчонки, остановите, почитайте, посмотрите. Про любовь здесь. Все. Теперь, значит, нам осталось дневник чтения, и будем собирать сумочку. И аппликации еще обязательно сделать. Хочу в Сониной комнате натереть мебель. Смотрю, прям такая уже вся завыскана. Егорка? А? Ну, пойдем, дневник чтения сделаем. Где? Ой, я думала, ты здесь. А, все. Ты у меня голечком. Хотели играть с Егором в лото. На улице ветер, хотели это погулять. Это все мои карточки, да. Я теперь выиграю. Точно, 100%. Хотели погулять на улице, ветрище, холодище. Хотя на фоне было бы все равно бы за радость. Дай, дай, Сарик, дай, Сарик. Ой, жадина, ну почему такой жадный мальчик у нас, вы не знаете? Давай, ой, начинать. Жадина, корядина, язык на бок вывалил, так, стоит. Начинаем. А, давай. Он же увидел, что мы начинаем играть, и все, и он начал нервничать. Почему 20. С ним не играют, все сейчас будет, да, мешать. 20. Нету. Два. Так, подожди-ка, я сейчас эти достану. 20. Нету. Убирай, батничок. Не-не-не, назад, да. Егорка, вот сюда его клади. Так, дальше. Так, 24. Фуня, иди. Нету. Убираем. У меня есть. Кладем. Да. Да не, я буду красная, а ты будешь бочонки складывать. 72. Нету? Нет? Мне тоже нет. Так. 84. Нету. Сразу в свою стойку. О, 84 есть. Круто. Ух ты, по одному у нас пока, Фоня. 1-1. 1-1. 47. Так, у меня 40. Есть. Ух ты ж, повезунчик. Так. Так. Девочки, это он перед вами выслуживается. Вы же его нахваливаете. Мам, вот он. Мам, я не подглядываю, но они у меня попадают. О, у меня тоже 77. Афон, ты не устал? Слушай, ну хватит уже все. Стоять уже все. 80 у меня. У меня есть 80. 69 есть. 6. Сейчас привезла свой тюль. И вот эти гардины, наверное. Но они тоже вроде как и под тюль могут смахнуть. Но у меня это будет как часть гардин. Давайте сейчас мы это все рассмотрим. Ну вот если в разложенном виде смотреть, то это как-то сочетается вот так. И вот получается стены. Ну вот так, да, если с этого бока взять. Ну как будто бы, вроде бы, как ничего. В прошлый раз я прям повесила вот эти серые, которые гардины заказывала. Я их не разгладила, тогда мне была лень. Я их повесила, и они прям шикарно смотрелись. Не было ни заломов, либо они вытянулись, либо просто незаметно на сером, не знаю. Но эти тоже не хочу я гладить. Повешу так, как есть. Вот эта сетка. Самая обыкновенная белая сеточка. У меня такие в зале были. Вот. Ее сделала прям полностью. Полностью по длине багеты. Если у меня до этого было по окну, вот так вот как-то обрезано. Потому что гардины были у меня же темные, и за ними не видно, есть там тюль или нет. А сейчас у меня, получается, гардины прозрачные. Если тюль под них не повесить, а вот так вот сделать по, ну, какую-то часть, закрыть окна, то, естественно, будет просвечиваться. Все, сейчас вешаю и вместе с вами посмотрим, что в итоге у меня на этот раз получилось. Ну, девчонки, зацените, как получилось. Здесь, смотрите, получается тюль-сетка. Поменяла я и гардины. Мне кажется, когда я повесила вот эти вот прозрачные, такие легкие гардины, в комнате как-то стало как свежее, новее. Вот, допустим, еще вот с этими обоями светлыми, мне кажется, сейчас назад попробую, как смогу отодвинуться. Мне кажется, лучше стало смотреться. Прям вот, ну, как-то, знаете, не так давят стены, не так напряжно, что ли. Темный цвет есть темный цвет. Мне надо вот эту историю еще заменить себе в поисках. Я бы с удовольствием взяла вот такого же бы качества,
Вот так же вот он пустёганы, такой же длины, но если бы был он светлый, тоже какой-нибудь в бежевых тонах, потому что слишком много коричневого, это прям убивает. Тем более еще вот этот, ну, шифонер, он углом сделан, его слишком здесь много, без него тоже никак. Вот, поэтому, ну, напишите, как на ваш взгляд здесь получается. Я почему-то думала, что у меня вообще будут длинные. Там, знаете, как сантиметр, да, от пола. Но, как я им и говорила, можно было даже на сантиметр, мне кажется, длиннее. Но, в принципе, это такая комната спальня. Здесь кровать стандартно стоит только всегда с этой стороны, потому что другой возможности у нее стать не будет никогда. Ну, и, в принципе, эту длину с этой стороны особо и не видно. Ну, нормальная длина. В принципе, нормальная длина. Так что, ну, вот так вот получилось. Еле повесил из этих... как они, плинтусов, заканчивается, и там как раз идет эта багета, чуть с ума не сошла, пока там ковырялась. Ковырялась, слышу, муж зашел, что говорит, Наташа, тебе помочь? Я говорю, ладно, не надо, я уже все приноровилась, там надо специфику свою особенную знать, как их легко быстро повесить. Каждый раз забывают, потом уже в процессе, когда уже половина штор, ну, половина тюль повесила, и уже когда начала гардины эти вешать, вспомнила, как я тогда... В прошлый раз это все делала легко, но уже было поздно. И вот теперь эта сторона у нас получается южная, она такая жаркая, она все лето здесь жарит солнце, и какая-то комната, это самая пыльная, она всегда такая была. Сюда можно поставить какие-то цветочки. Мне кажется, даже чуть-чуть приоткрываешь, когда жалюзи, здесь столько света. Это я сейчас, правда, еще люстру включила. А даже без нее столько много света, что надо здесь тоже какие-то разводить цветочки. Ну, мне кажется, хорошо стало. И прям те обои начали смотреться, я к ним привыкла. Они мне вообще не... Бывает, что я наклею, когда новые обои, я их хочу, их наклею, потом они все равно начинают раздражать, или я привыкаю какое-то время к этим новым вещам. Вот эти я наклеила, я про них забыла, как будто они всю жизнь здесь и были, понимаете? То есть, видимо, они мне пришли прям конкретно хорошо, прям по душе. Ну, как-то так. Девчонки ждут вас комментариев, пишите. Мне интересно ваше мнение, поэтому жду. Фикс сегодня забегала, специально хотела часы купить. Мне нужно в гардеробную, где я глажу часы, не было путевых. Но смотрите, купила вот такой контейнер. Я же показывала, мы играли в лото с Егором, и моя коробочка, в котором сейчас лото, совсем уже какая-то дряхлая и поломанная. Хочу поменять. Единственное, жалко, что здесь ручки нет. И вот такую еще купила в ванной. У меня там тумбочка такая, может, вы видели, где видео. У меня сверху на ней застелена такая штука. Я уже рассказывала историю, как она мне начинала гореть. Ну, и поэтому она такая пригоревшая, там я ее закрываю. Жду момент, когда ее можно будет выбросить. А выбросить можно будет, когда на втором этаже сделаем ванную. Будет меньше, больше, наоборот, у нас места, где разместить все эти... ванные принадлежности. Так вот, возвращаемся. Кстати, девчонки, пока я здесь, покажу вам свой хаос. Я, наверное, не показывала эту машинку, а меня просили. Вот сейчас увидела, вспомнила. Вот такая машинка, аппарат, или как она называется, для педикюра. И ей я очень прекрасно Стронг. Она вот Стронг, это реплика на известную за 12 тысяч такая стоит Стронг. Я купила эту на Алиэкспресс, доставка с ДЭК, она с России была доставка. Купила я ее, девчонки, за 4500. Обалденная, мощнейшая, супер. У меня до этого была, которую я в Алисте покупала, такая Г. Но вообще не тянула. А это прям отлично. У моего мужа пятки, я не знаю, вообще такие, как, я не знаю, как копыта, наверное, у какого-нибудь там носорога. Ну, твердые такие, прям ужасные. Еще у него работа, он все время топает на них. И вот, смотрите, вот такой, сейчас я поставлю. А вот именно этот прибор прям вообще помогает. Пылесос, иди отсюда, приехал тоже сюда. Какая-то катастрофа у меня есть, девчонки. Так, вот смотрите, здесь... Да что ж такое? А ну, Афонь, теперь ты в сторону. Здесь есть... с ним шли насадки, я их оставила. Вот такие вот, девчонки, насадки. Это для тех, кому пятки надо мужьям обрабатывать. Вот такие вот насадки. И самую-самую жесткую наждачку. Самую-самую жесткую наждачку. Не знаю, какой у нее номер. Видите, она какая? Так. Ну, то есть она такая очень грубая. Вот так я ее надеваю.
И вот под этим делом все у нас спиливается. Пятки, девчонки, как у младенца. Я ему говорю, ты, наверное, когда родился, таких пяток не было. Это я покупала здесь, по-моему, 8 рублей штучка. И заказала, не знаю, сколько штук здесь, девчонки, 50-30. На Алиэкспресс всего там, я не знаю, за 40 рублей. Вот, они такие же, только с Алиэкспресс. Так, сейчас я его подключу. И покажу вам сейчас я в действии. Включаем. Так, это вот половинка. Половинка. И вот тут вообще, вот на этой скорости будет вообще счесывать. Ай! Очень сильная. Это папе пятки я ей счесываю. Нельзя, нельзя, ты что? Есть еще сильнее, но, в общем, это уже, как говорится, за предел. Ну, неплохая такая машинка, поэтому, в принципе, даже рекомендую 4,5 для домашних условий. Прям то. Ой, девчонки, снимала, рассказывала вам, оказывается, я, по-моему, не сняла. Все, смотрите, вот так переложила эти фишки, которые, ну, запасные вот эти фишечки, или как они там называются. Положила в эту часть, а получается карточки, они у меня поместились только по диагонали, и сами бочонки, и говорю про то, что нужно танцы на льду, девочки. Нет, танцы на ковре. Вот так. А вы так умеете, девчонки? А мы умеем, да, Фань? Вот мы как умеем. Я назвала его имя, все, он замер, надо было ничего не говорить. Назвала его имя, и он все отвлекся, а то прям так увлеченно все у нас происходило. Ну, я к тому, что прозрачный пакетик, нужно что-то найти, теперь заняться, какой-то мешочек мне нужно. Буду присматриваться, шить, и все эти делами я заниматься, конечно, не буду, а вот если найду, то обязательно куплю. Ну, так вот, видите, как симпатично смотрится. Мне кажется, очень даже отлично стало. Все, и убираем туда его. Такие вот дела. Этот у нас на мусорку пойдет. Этот трудяга все ходит, ходит по всем комнатам. Пустила его во все комнаты. Пусть ездит, убирает. Что, Афончо, пойдем салат сделаем, перекусим. Пойдем. А здесь у меня стоит тесто на запеканку. Сегодня новый рецепт увидела на канале «Вкусная минутка» или что-то такое. Ну, девчонки, я что-то на него смотрю, и у меня такое подозрение, что он жидкий. Вот как вам кажется? Мне кажется, что он опадет. Вот слишком он какой-то. Там он делался на молоке. Надо было и молока поменьше, или потому что у меня жидковатый сам творог был. Ну, что-то я не знаю. Вот как вы думаете, может, манки еще добавить? Как он будет? Или нормально? Или попробовать? Не, добавлю. Что-то у меня такое ощущение, что он мне даже не прожарится. Добавлю немножко баночки и буду делать ее, знаете, в этом. Ну, я делаю всегда в мультиварке, мне так удобнее. Не хочу я заводить. Как заводить, включать эту духовушку. Рецепт такой, тут 3 яйца, соль, сахар. Потом разводила, ну, по рецепту с канала развела я, значит, манки, 6 столовых ложек в молоке, чтобы она разбухла. Вот это потом добавлялось, да, и такой прям как-то жидковатый. Ну, яйца взбиваем, естественно, потом. И 4 пачки творога. У меня 2 9% здесь и 5% 2. Мне кажется, сейчас вот немножко манка это разбухнет, будет как-то посерьезнее, то... Какая-то как квашня, все равно, не знаю, что-то. Обычно я как-то делаю запеканки, они мне все равно погуще. Все, сейчас принесу пока. Девчоночки, чуть не стала ее есть. Вот такая получилась у меня запеканка, она маленькая, не поднялась. Вот она, я ее вытащила. Не пригорела, все нормально, не пристала. Но я вот думаю, что буду я готовить все-таки по своему рецепту, без всякого вот этого молока, молоко, туда этот манку, чтобы она там отлежалась. Нет, я когда делала по своему рецепту, у меня она такая толстенькая, такая высокая получается. Так. Вот, что я и говорила. Хорошо еще манки тут добавила. Она такая какая-то жидковатая все-таки более. Сейчас попробуем. Остынет, будет вкусная. Она сейчас вкусная, но просто вот это горячее, интересное такое.
Вкус хороший. Она нежная, она мягкая. Но когда она остынет, она будет еще вкуснее. Ну, в принципе, ничего. Главное, не расквашня. Я думала, что намного хуже получится. Так что можно и по этому рецепту тоже готовить. Но, наверное, вряд ли я еще буду это повторять. Так что мы с Егором садимся и будем пить чай.